прошлом году мы объездили, не знаю, там практически все фестивали Белоруссии. Я хочу сказать, что Лидский был, пожалуй, самый масштабный, самый такой крутой. Поэтому как-то у меня остались такие впечатления, что хорошие, положительные эмоции. И надеюсь, что в этом году будет не хуже. Надеюсь, что мы оправдаем ваши ожидания. Потому что я лучше! Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Темно, рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Из головы пью 100 грамм, и ты достигнешь цели. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня пятница. Пятница 10-го юбилейного байк-фестиваля. Раз, два, три. Пока у нас готовится главная сцена, пока у нас наливаются, наполняются пивные бокалы, мы приглашаем вас отметить последние выходные лета на 10-м Лидском байк-фестивале. Еще раз, Саня, еще раз. Снимаешь? Лида. Без колебаний пропью линкор, но флот не опозорю. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Архангельская область, Северодвинск. С Архангельска на Москву, с Москвы на Минск. Потом ребята встретили, друзья, Дивойды встретили, привезли прямо сюда на фестиваль. Шикарно, отлично, очень хорошее, нравится. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, приятно, что мы опять видим праздник байкеровского фестиваля. Мы здесь проживаем недалеко, в деревне Торново, но мы любители этого праздника. Когда моему сыну было где-то годиков 6, мы уже приезжали сюда. Тогда было, наверное, штук 10-15, а теперь мы просто поражаемся масштабу такого прекрасного праздника, такой молодежи, которая ведет себя здесь, конечно, культурно. Мы не видим никаких нюансов с их стороны, поэтому мы очень рады встречать вас каждый год. Он еще умеет держать равновесие. То бишь в голове у него полный порядок. Итак, представьтесь, пожалуйста.
Это просто Стас. Да, я Стас. Я на открытии был самый медленный и на закрытии самый медленный. Так что все у меня отлично. Все в огне. Девчата, кстати, самый тормознутый, кому надо... Привет, ребята! Сегодня 26 августа 2016 года, 10-й международный Лидский байк-фестиваль. Отличное место, классная атмосфера, хорошая погода. Мы только что выступили, группа Фандорин. Замечательно все получилось, все хорошо. Море эмоций. Атмосфера просто накрывает. Всем удачи, до новых встреч! Всем рок!
лестнице. Не дыми, пехота! Ну что ты так слабо? Газуй! Замечательный комплект тебе подарков. Ваши аплодисменты участнику Вальдемару. Знакомиться уже не будем, просто у нас время реально уже нету. Just Brutal, компания Онега, салон связи связной. Мне тут рассказали, что вам супруг купил мотоцикл специально для Лицкого байк-фестиваля. Это правда? Да. Обалдеть. Вот так. Мало того, Татьяна, это мое любимое имя. Как ты угадал, я не знаю. Молодец. Супер просто. И ты сама приехала? Ваша аплодисмента, ты же сама приехала. Итак, дорогие друзья, я передаю слово для награждения Андрею. Часовой завод «Луч», город Минск. Татьяна, поздравляю вас. Пусть эти часы напоминают долгие годы, это вас замечательно называют. Поздравляю. Ваши аплодисменты. Обязательно. Обязательно мы хотим, чтобы публика вместе с нами попела какие-то известные песни, поэтому будут песни и группы Трубецкой, и, конечно же, старые песни тоже. Предложили, мы с удовольствием отозвались. Колонна самая большая в этом и году. Когда мы как раз подъезжали и увидели эту колонну, что поняли, что этот фестиваль, видимо, с каждым годом все прибавляет и прибавляет. Я думаю, что мы уложимся в данный нам регламент, то есть 55 час. Поэтому, скорее всего, так как мы тут первый раз, наверное, сыграем все старое, собственно говоря. Никуда от него не денешься. Вот. Мы выбираем путь, идем к своей мечте.
и надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. Все, начинается начало парада. Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту скорей. Поверь в мечту, поверь в мечту, как доброту людей. Поверь в мечту, как красоту, поверь когда. Иногда сожмет у сердца грудь, настигнет нас беда, что посложнит нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет. Поймем пути назад у жизни просто нет. Всем привет! Мы на Лидском фестивале. 10-й юбилейный Лидский фестиваль. Группа 5 O'Clock. Мы вчера отыграли крутейший сет, и сегодня мы отдыхаем. Ребята, все приезжайте на фестивали, всех приглашаем. Лида – это круто, Devoid of Right – это крутые ребята, ну и рок рулит. Рев мотора, адреналин, железный конь в твоих руках. И рядом, братья, ты не один, плечо к плечу, не ведом страх. Рев мотора и рок-н-ролл, идут свободы к сердцу путь. И клубный дух, основы суть. С пути в кювет не даст себе свернуть. Нет.
Читаю результат. 2.26. Первое место на конкурсе за капли мотоцикла. Эй! Это было феерично, это было быстро, это было профессионально. Итак, часы «Луч». Часы от завода «Луч» с эмблемой «The Way to France» с логотипом 10-го Лидского байк-фестиваля. И, конечно, ваши бурнейшие аплодисменты. Поздравляем. 29-й участник. Давай, Дэн. Ждем. Кто услышал этот номерок, бегом сюда. Утром я захожу в гараж и на свой мотоцикл гляжу. Бензин, нормально, сцепление, газ. Но, в общем, я его завожу.
Ваши аплодисменты! Сергей Скачков! И теперь традиционное фото. Прошу вас повернуться лицом к экрану. Фотографам бегом на сцену и всех музыкантов подойти сюда к нам. Не важно, чего ты хочешь, кого ты в сортире мочишь, а важно, что в голове весна. Песни крутит, какая радиоволна. Панк-рок запишет, и все услышат, и все поймут, что едет крыша. Панк-рок для бедных, панк-рок для бредных, панк-рок и в Африке панк-рок. Что биты морды, а важно, что в голове весна. Нам пофиг, что спета криво, для нас и вот так красиво, а кто не с нами, идите на! Панк-рок запишет, и все услышат, и все поймут, что едет. Такая вот вышла песня, корявая, если честно. Но я пока не Элтон Джон. А стану я Элтон Джоном или другим пижуном. Гоните, парни, меня вон. Панк-рок запишет, и все услышат, и все поймут, что едет крыша. Панк-рок для бедных, панк-рок для бредных.
Наше радио. Радио. Есть такой небольшой сувенир, который мы хотим подарить вам. Сувенир, знаете, как хочется повторить слова Кипелова: имя тебе патриот, кто не помнит корней, не поймет. Вот. И мы хотим подарить такую штуку. Она... самовар действительно, он новый. Самовар ни разу не пользовался. Самовар 70-го года, там даже есть документы. Срок годности не ограничен. Ну, поддержим, поддержим такие все-таки подарки, аплодисменты 70-го года, самовар. Это, скажем так, очень замечательный подарок для нашего клубхауса. То, что туда. Ее не надо кипятить пока. То есть, ну, она нормальная водичка. Вы завтра, когда закончится это мероприятие, вы с удовольствием, конечно, надеюсь, попробуйте эту воду огненную. А еще я хочу, конечно, пригласить рот капитана нашего мотоклуба из Москвы. Всем добрый вечер. Поздравляю с вашим юбилеем. Очень нравится нам позитивный настрой. Очень все хорошо. Спасибо, ребята. Все на славу. Спасибо и вам. Ну и, конечно, за огромную помощь мотоклубу «Патриоту» в проведении 10-го международного Олимпийского байк-фестиваля от нашего мотоклуба памятный диплом. Прошу. Ваши аплодисменты! Ребята, мужики, огромное вам спасибо. Всегда готовы помочь, посодействовать. Желаем вам продвигать не только, как сейчас, 10-й фестиваль, а 100-й, 200-й, пусть продолжают наши дети и внуки, и всегда пусть будет его это прайс. И все, ура! Ура! Дорогие друзья, наша дружба, подарок наш в том, что мы каждый день общаемся, мы вот очень плотно работаем с руководителем, со всеми членами, поэтому я думаю, это самый лучший подарок будет. Мы просто вас всех любим, отсекачей! Все самое-самое-самое доброе. Прежде чем поздравить наших братьев, я хочу обратиться ко всем присутствующим здесь, среди вас, наши друзья, родные и близкие. Ребят, давайте жить дружно, давайте беречь друг друга, будьте взаимовежливее на дорогах. Всем здоровья, всем отличного настроения. Мы, в принципе, приехали сюда для того, чтобы поддержать и поздравить наших братьев, клуб The Void of Rights, с их 10-м Лидским юбилейным фестивалем! Ура! Ребята, вы знаете, почему ваши фестивали собирают так много народу, и они всем так нравятся? Да потому что вы делаете их честно и с душой. Поэтому мы хотим пожелать вам делать все так же и оставаться такими же честными, искренними, добрыми, просто настоящими людьми. С праздником вас! Ура! Погашенные окна, расчистые на все. Ты дни свои долго не спишь, мага. Когда будет отчетный и понят без рай. На них обреченный его не обман. Он многое видел, всегда прощал тех, кто его ненавидел, его не найти. Он немногим открылся в сердцах полноцветов, как дождь растворился. Свободы дух верный.
летает над нами, и мы будем мчаться вперед с небесами. Открытое сердце с высокою честью, The Void of Rights навсегда будут вместе. Подрёвый мотор, согретые светом, но мчатся The Void к новым победам. Устав здесь один, ничего не бояться, быть верным себе, брат за брата держаться и нас не сломать. Как бы жизнь ни косила, мы крепкие духом. Вот главная сила, и вот он, The Void, наделенный правами, летует монах на руках с кандалами. Свободы дух верный летает над нами, и мы будем мчаться вперед с небесами. Открытое сердце с высокою честью, The Void of Rights навсегда будет вместе. Свободы дух верный летает над нами, и мы будем мчаться вперед с небесами. Открытое сердце с высокою честью, The Void of Rights навсегда будут вместе. Потухшие свечи, погасшие окна, ночь сыплет дождем без смысла и толка. Не спит лишь монах, в кандалы заточенный, не понят, бесправен, навек обреченный. Но его не обманешь, он многое видел, он всегда прощал тех, кто его ненавидел. Его не найти, он немногим открылся, в сердцах полноцветов, как дождь, растворился. Свободы дух верный летает над нами, и мы будем мчаться вперед с небесами. Открытое сердце с высокою честью, The Void of Rights навсегда будут вместе. Свободы дух верный летает над нами, и мы будем мчаться вперед с небесами. Открытое сердце с высокою честью, The Void of Rights навсегда.